Субботники провели в рамках месячника по санитарной очистке, который начался 1 октября. В ходе него все жители округа должны привести в надлежащий вид улицы, дома, придомовые территории. 18 и 19 октября все крупные учреждения, администрация округа, школы и детские сады убирали свои прилегающие территории. Сотрудники администрации также навели порядок в парке «Зеленый остров». Напомним, что штрафы за ненадлежащее содержание прилегающих территорий для физических лиц составляют от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч, а для юридических – от 50 до 80 тысяч рублей.